Дело было как-то ночью за кулицей села. Вышла из дому Настасья, в чем ее мама родила. Налетели ветры злые, в небеса открылась дверь, и на трех орлах спустился незнакомый кавалер. Он весь блещет, как жар-птица, и в костей клубится пар. То ли атман, то ли брахман, то ли полный аватар. Он сказал: у нас в нирване все чутки к твоей судьбе. Чтоб ты больше не страдала, я женюся на тебе. Содрогнулась вся природа, слезы градом сыплют вниз. Раступились в море воды, в небе радуги зажглись. Восемь рук ее объяли, трепет глаз сверкала днем. Лишь успела крикнуть: мама, а уж в рай где-то живем. Прошло 3 года, но святым колхозный пруд. К нему бродят пилигримы, а в нем лотосы цветут. В поле ходят лишь над Кришной, климат мягок, воздух чист. И с тех пор у нас в деревне каждый третий интуист.